Суд запретил фото и видеосъемку процесса по делу экс-главы агентства по статистике Мишимбаевой. Дело в том, что ранее одной из камер велась прямая трансляция процесса. По словам адвоката, полдня люди смотрели суд с начала до конца. Свидетели и потерпевшая сторона могли наблюдать процесс, что ставит под сомнение объективность показаний по делу, резюмировал адвокат. Дело в том, что 4 числа с одной из этих камер велась прямая трансляция процесса. Полдня люди смотрели весь процесс от начала до конца. Я считаю, это вообще недопустимым моментом. Если честно, я полагала, что люди, которые берутся за освещение судебной хроники, понимают и знают хотя бы начало уголовного права, процесса. У нас свидетели по делу не допрошены. В соответствии с законом, вот со статьей 355, явившиеся свидетели удаляются из зала. Принимаются меры к тому, чтобы недопрошенные свидетели не общались с допрошенными свидетелями. Все это делается для того, чтобы не были подставлены под сомнение объективность и достоверность получаемых показаний, доказательств по делу. И это все теряет смысл, если будет вестись прямая трансляция процесса.